получить вот эту вот незабываемую улыбку на своем лице, приезжайте к нам сюда. Приезжайте в Крокус Сити Холл, торговый центр Вегас, и насладитесь этим шоу вживую. Да, и если вы соберете вещи и доедете до сюда, вы увидите огромное количество артистов, но точно не увидите следующую группу, потому что они уже готовы оказаться на сцене. Итак, группа Рефлекс! Встречайте! Самая нежная песня на свете. Нужно брать друг друга за руки, знакомиться, любить друг друга. Именно по этой причине мы решили начать именно с медленной песни. Облака шелковых волос, я схожу с ума, я люблю до слез. Ветер растрепал все мысли и слова, крепче обними, не отпускай, не отпускай, не отпускай меня. Я буду небом твоим. Мы хотим видеть еще больше рук. Лети со мною, не бойся. Не называй меня любимой, но своей назови. Я буду небом твоим. Вы лучшие, и я останусь с тобою. Не называй меня любимой, но своей назови. Я буду небом. Мы мечтаем, чтобы отсюда ушли влюбленные пары. Небеса яркою волной по моим губам. Я больна тобой, ты теперь мой сон. Мне не нужны слова, крепче обними, не отпускай, не отпускай, не отпускай меня. Я буду небом твоим. Лети за мною, не бойся. Не называй меня любимой, не называй меня любимой, но своей назови. Спасибо, дорогие. Ну, а теперь не совсем премьера, кто-то уже видел клип. Просто знание. Я рисовала под красой, не замечая дождь, и плакали мои картины красками цветными. Обещаю я. Получались я и ты.
каждый, но получались я и ты. Ну что ж, друзья, пока Ирина Нельсон прощается, мы поверх ее будем вам говорить, что наше шоу в Вегасе продолжается. И, кстати, сегодня шоу в Вегасе уникальное. Почему это оно уникальное? Все как обычно у нас. Нет. У нас много друзей, много зрителей, много телезрителей. Нет, да. Нет, и дело даже не в артиста, который сегодня выставится. Дело в том, что обычно каждый человек перед сценой стоял и думал, эх, завтра на работу, эх, завтра на учебу. А сегодня завтра... уникальный день, завтра никуда не надо. Завтра выходной, дорогие друзья, и мы уверены, что вы радуетесь этому так же, как и мы, хоть мы и любим работать. Абсолютно верно, именно поэтому сегодня...